Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами устройство Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier. Это увлажнитель воздуха, и сейчас я покажу вам, как этот увлажнитель наполнить водой. Это на самом-то деле очень просто. Ну, вначале можно его подключить к сети, можно его подключить к питанию, то есть с этим проблем быть никаких не должно. Затем вы должны открыть вверху крышку. Она открывается со стороны отверстия. Видите, вот такая вот крышечка. И сейчас вы можете залить вот сюда, вот в этот бойлерочек воды. То есть столько, сколько угодно, до максимума. То есть здесь макс, и можно наливать от минимума, скажем так. Минимум — это первый порожек. Вот это вот минимум. Первый порог — это минимум. И можно доливать аж до максимума, до тех пор, пока вам, собственно, наливать воду не надоест. После того, как вы дольете достаточное количество воды для полноценной работы устройства, вы можете крышечку закрыть. Конечно же, воду можно наливать из крана, потому что это антибактериальный увлажнитель воздуха. Что это значит? Это значит то, что вы можете обычную воду налить, а он ее с помощью ультрафиолета очищает. Ну как очищает? Это сложно сказать, очищает, но убивает бактерии и флору, которая была в воде, чтобы эти бактерии и микроорганизмы не разводились у вас по всему помещению. То есть все живое, что было в этой воде, то, что не нужно нам, инородные, скажем так, живые объекты, он убивает. Но если что, вы можете эту часть устройства просто-напросто снять, то есть не прилагая никаких усилий. И вовсе не стоит переживать за механизм здесь, не переживайте за то, что здесь вода. Собственно, вот сюда вода и поступает в наш механизм, в нашу систему. Дальше она обрабатывается с помощью ультрафиолета, перекачивается и распыляется, а затем с воздухом выходит вверх. Ну, давайте, собственно, посмотрим. Берем, открываем, вернее, вставляем наше ведро с водой и запускаем наш увлажнитель. Нажимаем один раз на кнопку, у нас светится полностью все. Давайте сейчас покажу вам, как это плюс-минус выглядит. Единожды нажимаете на кнопку, и у нас светится все. Нажимаете второй раз, и он начинает уже увлажнять, но пока что не интенсивно. Нажимаете второй раз, начинает увлажнять интенсивней. Третий раз, когда кольцо почти замкнулось, это максимальная интенсивность увлажнения. Ну что ж, друзья, на этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно было полезно для вас. Если это так, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.